уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все монеты. Уважаемые зрители, сегодня у нас на обзоре две прекрасных монеты, которые посвящены всем событиям, которые происходят сегодня в Украине. На ваших экранах красивая серебряная монета весом в 2 унции. Она является первой монетой в серии «Стражи Свободы». Эта монета называется «Армия дронов». Дроны и их использование в бою. Друзья, эта монета имеет античную отделку, частичную окраску, используется тампа печать, высокий рельеф и поставляется в специальном футляре вместе с сертификатом подлинности. Ограниченный тираж всего 1000 экземпляров по всему миру. Техническая характеристика. Год выпуска 2024. Номинальная стоимость 2000 франков. Металл, из которого изготовлена эта монета, серебро 999 пробы. Диаметр 50 мм. Вес 62,2 грамма или же 2 унции. Качество античная отделка. Тираж 1000 штук. Страна Камерун. Вторая гостья в сегодняшнем обзоре — новинка нумизматики «Киевская битва». Монета 2 унции из серебра. 10 седи Гана. 2024 год. Друзья, эта удивительная серебряная монета весом в 2 унции напоминает о стойкой храбрости украинцев. Монета имеет античную отделку с высоким рельефом и поставляется также в тематическом футляре вместе с сертификатом подлинности. Ограниченный тираж всего 999 экземпляров по всему миру. Техническая характеристика. Год выпуска 2024. Номинальная стоимость 10 седей. Материал, из которого изготовлено, серебро 999 пробы. Диаметр монеты 50 мм. Вес 62,2 грамма или же 2 унции. Качество античная отделка. Тираж 999 экземпляров. Страна выпуска — Гана. В завершении, друзья, хочу сказать, что эти монеты уже появились в интернет-магазинах, и стоимость на сегодняшний день в районе 300 евро.